Отца.
И чем больше мы это пели, там просто все со словами и сильно с реальностью. И чем больше мы это пели, знаете, как будто это и в нашу жизнь больше слава Божия приходила. Но я также чувствовала, что это как определенное ходатайство и за тех, кто с нами. Ну, знаете, как за тех, кто рядом с нами, в их жизнь. Просто чем больше, как слава Божья, она проливалась в жизнь вообще наших братьев и сестер, кто рядом с нами, и где какие-то есть узлы неразрешенные. И чем больше мы говорили не только в свою жизнь, но мы говорили в жизнь, ну, тех, кто близко с нами. Мы просто говорили, и эта слава, она разрешала определенные узлы. Знаете, как, ну, я просто видела прямо даже некоторых людей, в чью жизнь мы просто как усиливали их веру. Ну, там, где они стоят в своей вере, там, где они, ну, хватаются за царя. Ну, и какой-то образом, как будто это больше славы приходило и больше царства. Но больше вещей, которые развязывались в жизни. Я не знаю, можем мы такое сделать, но я чувствую, Людочка, если можно, вы такое чувство, что выходит, есть благодать, как тело можем высвободить вашу жизнь. Да, yes. У меня прямо в центре, так сказать, в центре. Вы в центре событий сегодня, аллилуйя. Есть какие-то вещи, которые царство собирается просто особенным образом пролиться в жизнь. Шамба. Знаете, как иногда бывает так? Не потому, что там что-то, а вот просто. Вот почему-то царство знает. И вот такое чувство, что это какие-то вещи усилит просто. Усилит ее в вере там, где она хватается и уповает на своего царя. Просто как царство приходит и развязывает легко. Легко всякие узлы. Легко, легко, легко. Легко. Любимая Людмила. Легко. Легко. Царство, царство, царство. Если вы чувствуете сейчас на кого-то возложить руку, чтобы царство больше пришло, вы можете спросить того человека, сказать, можно ли я возложу на тебя руку и провозглашу в твоей жизни, что Иисус царь. Есть какие-то вещи, как, знаете, как тело, мы усиливаем друг друга. Что-то может произойти больше. Если ты чувствуешь сейчас в сторону кого-то подойти и сделать это, делай. Ну, спроси сначала. Этот звук касается тебя, Люда, и развязывает тебя. Шаба. Этот звук касается тебя, Люда, и развязывает тебя. Свободной войдет. Oh, oh. Предназначение.
нас справа и слева, тот, кто впереди нас и позади нас, мы просто благословляем и говорим: Отец, больше Твоей славы, больше Твоей славы, которая оживляет, которая освобождает, которая направляет, которая вводит великое недоступное. Мы говорим: больше Твоей славы, мы говорим: больше Твоей славы. Разлетал усы руками своими. Дети свободно по дороге в небеса. Дети свободно бегут по дороге. Свобода, славы детей Божьих. Ее становится сейчас больше. Эту силу исцеления, это сила, которая сламывает всякое бремя. Всякое бремя. Мы говорим: от дука распадется всякое ярмо. Всякое ярмо. Всякое ярмо болезни. Ты распадаешься от Духа Божьего. Где Дух Святой, Он подтверждает Его истину. Где Дух Святой приходит.
приходит, чтобы подтверждать истину. И слово Господа, оно не в мудрости, но оно в силе. Оно в силе Божьей. Оно проявляет себя не в человеческой мудрости, но в силе Божьей. О, Господь, мы говорим, пусть сегодня, сейчас, пусть с этими ударами, пусть с этим звуком, с этим ритмом распадается ярмо. Мы благословляем ноги каждого. Мы благословляем внутренние органы каждого. Мы благословляем позвоночники. Мы благословляем головной мозг. Мы благословляем пищеварительные системы. Мы благословляем кровеносные системы. Мы благословляем сердца. Мы благословляем все функции организма. Мы говорим быть согласованными. Мы говорим вам функции организма быть согласованными. Согласованными с Богом и с Божьим дизайном о вас. Во имя Иисуса Христа. Ну, слышу этот звук, знаете, внутри меня. Я сначала думаю, что меня так вот, даже не пою в микрофон. Лара начала мне вторить, я думаю, что меня так цепляет в этом. И я когда стала об этом, знаете, когда думаю, что такое, что это, почему она такое цепляет. Я вдруг начала переживать, что каждый из нас, он является звуком этой славы, потому что Дух Святой через нас звучит. И когда я пою тебе, я вызываю что-то из твоей жизни. Когда ты поешь мне, ты что-то вызываешь из моей жизни. Поэтому предлагают таким, такой вот и поделать. Эта сторона вызывает ту, и ту сторона вызывает эту. Мы первые начнем. Вызовем их славу в назначение. Сделать.
еще. Я слышу это слово. И был один, они были как один голос, один звук трубящего, поющего, один звук. И слава Господня пришла и наполнила храм.
неизреченный дар благодать. О, неизреченный дар благодать. О, неизреченный дар благодать. Сделал нас одним. О, неизреченный дар благодать. О, неизреченный дар благодать. О, неизреченный дар благодать. Сделал нас одним. Делает нас одним. О, неизреченный дар благодать. О, неизреченный дар благодати. О, неизреченный дар благодати. Сделал с Отцом одним. О, неизреченный дар благодати. О, неизреченный дар. Неизреченный дар благодати делает нас одним. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа. Кровь, что омыла нас, Господь, кровь Твоя нас убелила. Твоя кровь, что омыла нас, к Отцу путь открыла нам. Твоя кровь, что омыла нас, Господь, лишь кровь Твоя нас увелила. Твоя кровь,
что омыло нас к Отцу. Сила Твоей крови приводит нас в место славы. Сила Твоей крови, она покрывает наше сердце. И истина делает нас свободными. Твое слово, сила Твоей крови. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Спасибо.
Только кровь Христа.
из-за Твоей крови мы омыты, свободны, только Твои из-за Твоей крови. Мы имеем общение с Отцом, с Духом Святым и с Тобой, Иисус, через Духа Святого, только благодаря Твоей крови. Спасибо за подвиг души Твоей, из-за которого Ты стал доступен нам. И Дух Святой, мы благодарим Тебя за Твой подвиг, что Ты здесь с нами на земле и являешь нам Христа, являешь нам Отца, знакомишь нас с Небом, никогда не оставляешь нас. Мы можем все преодолевать только силой возлюбившего нас. Все преодолеваем лишь силой возлюбившего нас. И входим в новые силы возлюбившего нас. Аба. И мы хотим больше. Мы хотим больше. Мы хотим больше. Мы хотим больше. Папа, больше. Мы хотим больше. Пусть эта слава, она в наших сердцах, она движет нами. Мы не хотим останавливаться. Я не знаю, но как ты это делаешь? Но это уже чудо. Это чудо. Это чудо, когда ты берешь нас, и мы не можем остановиться. И в восторге счастливы течь Твоим Духом, поклоняясь Отцу, поклоняясь Иисусу, поклоняясь Тебе, Дух Святой, восхищаясь неизреченным даром благодати. О, как мы любим это! Как мы это любим! И как мы жаждем больше! Есть такой музыкальный термин крещендо. Крещендо. И у меня ощущение, как Дух Божий больше и больше вызывает этот звук. Как будто он говорит: продолжайтесь, звучите. Звучите, настраивайтесь еще больше. И по мере того, как каждый настраивается и сливается в эту симфонию,
первозданную симфонию творения. Чистый звук. Я вижу, как усиливается, нарастает. И вот то, что называется крещендо. Чем больше будут голосов, которые слиты в одно, чем больше сердец соединятся в одно, тем этот звук, очень ясный, очень чистый звук, он будет нарастать, достигая максимума. И это крещендо, 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 усиление, усиление звука. Оно будет больше и больше мощность высвобождать, все большую и большую мощность перемен, все большую и большую мощность этих этих перемен, которые неотвратимы. Чтобы ты пришел и чтобы звучал через нас. Мы даем наше полное согласие слиться с тобой, стать тобой, звучать, как слава Божия, живое слово. Звучи через нас без повреждений. Звучи через нас без повреждений. Настрой нас, как настраивают струны. Пусть звук будет чистым, пусть звук будет чистым, удовлетворяющим тебя.
чтобы тебе нравился этот звук, чтобы тебе нравился этот звук. На самом деле дух, но некоторые теологи предполагают, что где-то здесь, в районе нашей утробы. Если есть в вашем сердце вера, положите ручки на туда, и мы это споем, вызывая это и соглашаясь с этим. Абба, ты сотворил нас для славы своей. Звучит сильней, ты сотворил нас для славы твоей, и дал звук внутри, пусть звучит сильней. Вы знаете, мы
как благословляем сами себя, мы благословляем свой дух, мы благословляем, чтобы наш разум, он подчинился духу, наша душа, она подчинилась духу и стала тем звуком, который Бог предназначил нам быть, тебе быть во всей полноте, потому что на самом деле ты этого жаждешь всем сердцем, всей душой, всей крепостью, и на меньше ты не согласен. Аба, ты сотворил нас для славы своей и дал звук внутри, пусть звучит сильней. Ты сотворил нас для славы своей и дал звук внутри, пусть звучит сильней. Радость, я чувствую, как это радость Духу Святому. Это такая радость Духу Святому, когда мы просто соглашаемся с нашим назначением звучать. Звучать так, как Он предназначил нам звучать в этом сезоне, в этом времени, в этом месте. Звучать. Небеса объявляют пир, которым говорят сыновьям и дочерям звучать. Звучать. Знаете, когда объявляются определенные песни или танцы, я слышу, как этот пир на небесах, знаете, как вот дворец, тронный зал, и такое одетые ангелы в праздничные одежды. И я слышу, как этот звук, как руки ангелов, знаете, так поднимаются и говорят «звучать». Ангелы в праздничных одеждах, ангелы в праздничных одеждах. Они поднимают свои руки и говорят звучать. И мы соглашаемся, мы хотим звучать. Открывай наши уши, открывай наши уста, открывай наши сердца, открывай наши души и поднимай с новой силой звук Духа внутри нас, чтобы все оно подчинилось Духу Святому, подчинилась Духу Божьему и стала служить, согласованно действовать за Духом, звучать. Небеса объявляют звучать. Это открывает славу Божью, это открывает славу Божью. Время звучать. Я такой восторг от этой картины испытываю. Просто вижу, как руки ангелов поднимаются. Я не вижу их до конца, но я вижу эту картину. Одетые праздничные одежды, тронный зал, сияние тронного зала. И вот это, знаете, такое радостное ликование, когда они возносят свои руки и говорят звучать. А попробуйте это сделать со мной. Звучать. Смотрите, они это вот так делают. Вот так руки поднимают и вот так. Звучать. Давайте попробуем еще раз. Снимем. Звучать. Еще раз. Звучать. Еще. Звучать. И они говорят северу и югу, западу и востоку. Они говорят звучать сыновьям и дочерям. Где у нас север? Кто знает? Север где? Север, юг. Юг там? Давайте на север встанем. Север там? Север там? Давайте скажем туда. Звучать сыновьям и дочерям. И звучать. Теперь на юг давайте скажем. Звучать.
звучать. Пойдет царь славы. Где у нас? Запад. На запад. Звучать. Звучать сыновьям и дочерям о славе о Творца. Звучать. Звучать. Давайте на восток. Помните, ворота восточные были особенные. Там царь входил. Поэтому чувствую, как что это не случайно, что это последняя сторона из четырех, которые мы озвучиваем, потому что это как особое почтение, аж даже повернуться в сторону востока. Оттуда восходит солнце, и оно бежит, как жених. Поэтому восточные ворота для царя, который являет себя как жених. Не знаю, такой трепет от восточных ворот. Там особенно будут люди звучать. Там будут люди звучать с откровением жениха и царя. Звучите, звучать, мы говорим вам, сыновьям и дочерям, предназначенным звучать о славе Творца. Звучать, 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 звучать. Ава. Спасибо, любимый. Так, Отец и Дух Святой и ты звучат. Такое чувство, как будто новый сезон объявлен. Знаете, мы пока вот это, как-то все вот это действование делали, и так смотрю на вас, когда вот это вот все началось, празднование, я как переживала, что люди некоторые, которые призваны к тому, чтобы звучать, они просто открывались темницы. Знаете, мы такие хоп, кш, хоп, кш, хоп. Вот, ну, так радостно от этого. Очень радостно. Ну, это так, на всякий случай, вдруг еще там несколько должны упасть. Аллилуйя.